С хореографом проекта «Танцы на ТНТ» Светланой Лутошкиной коллективу «Задоринки» уже посчастливилось поработать на прошлом танцевальном конкурсе. В этот раз девочки снова пообщались с опытным наставником и услышали ее профессиональное мнение. С международного конкурса «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде танцевальный коллектив Анны Козловской вернулся с победой. В конкурсной программе участвовали две группы старшего и среднего состава. Мне понравилось. Мне единственное, что не понравилось, то, что там было очень много народу, и как-то я бы даже сказала, что там однотипные все номера были, какие-то все, ну, незажигательные. То есть они все были такие тусклые какие-то, что-то такое все повторялось. В общем, не особо было интересно. Мне понравилось, как мы выступали, сцена большая, хорошая. Я считаю, что мы хорошо выступили, показали наш скромный маленький город. По итогам конкурса старший состав «Задоринок» стал лауреатом первой степени за постановку «Черный ворон» и «Сердечное», а девочки помладше завоевали титул лауреата второй степени за танец «Виртуальная реальность». Таких результатов коллектив добился только благодаря упорным тренировкам, многочасовым репетициям и дружеской поддержке друг друга. На данном конкурсе присутствовали очень знаменитые педагоги, которые выступали на разных шоу, которые тоже мне нравятся. Мы показали наш город на более высокой планке, можно так сказать. Я очень довольна результатом. Девочки большие умнички. Мне очень понравилось ездить нашим коллективом. Мы очень сплоченный коллектив, я считаю. Любой танцевальный конкурс для задоринок – это прежде всего возможность посмотреть на уровень других коллективов, получить оценку квалифицированного жюри. Каждый выход на большую сцену – это новый опыт для задоринок, из которого они черпают не только знания и умения, но и вдохновение. Для моих танцоров такой конкурс – это возможность попробовать свои силы, посостязаться с опытными профессиональными коллективами. Ну, то есть, чтобы не расслаблялись, да, не зажигали звезды, так скажем, для рабочей такой атмосферы мы принимаем участие в одни самых престижных конкурсов фестиваля. Впереди у коллектива «Задоринки» еще много работы. Девочки попробуют свои силы в большом танцевальном конкурсе в Москве. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.